Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Как вы помните, в пятом уроке мы рассматривали турецкое рондо Моцарта как основу для модулирующей секвенции. Сегодня мы это произведение посмотрим под другим углом, и называться оно у нас будет «Одесская рондо-кофеварка». Итак, сперва разыгрываемся. Теперь можем начинать. Итак, рондо кофеварка. Все. Пробуйте, творите. С вами был Сергей Ковалев. До свидания.